Очередной понедельник, 11 декабря. Смотришь вокруг и удивляешься, неужели это зима? Ну, это зима. Вот такая непонятная, в общем-то, не зимняя зима. Пойдемте посмотрим, как она выглядит. Что прежде всего плохого? Влажновато. Влажновато, и поэтому дрова сырые, все сырое. Приходится затаскивать дрова в дом и сушить перед тем, как их использовать. Пока нет топора и колуна, сломал сегодня и топор даже. Даже не рубим дрова. Подворье. Ну как, в декабре и все зеленое. Да, вот так все зеленое. Не убрали капусту, думали, потом уберем, бросили. Здесь не расчистили, бросили. И неохота заниматься. Сейчас дождя нет. Но, например, вчера, особенно во второй половине дня, он так сильно лил, что никакого желания не было заниматься этим всем хозяйством. Так что непонятно. Вот сегодня, не вчера. Если бы я снимал свой репортаж вчера, здесь было все в снегу. Не в снегу большом, но в снегу малом. И этого малого снега было достаточно, чтобы был вид зимний. А сейчас опять не зимний вид. Сейчас опять вид какой-то начало ноябрьский, что ли, так бы я сказал. Ну, никак не зима. Никак не. Декабрь и близко к середине. Основные темы, которые сейчас интересуют здесь деревни, а ездим мы сюда только отдыхать, это как полноценно провести время, чем заняться, чем развлечься. Есть в планах необходимость переработать вот эти дрова, то есть их каким-то образом зацепить, распилить, раскочегарить. Они, конечно, сырые. В дровах в таких ком количестве у меня потребности нет. Ну, просто как план. Вот сделаем и все. Наши елочки, кстати. Вот, изморозь какая-то есть. Остатки снежка какого-то есть. Но все равно в основном все по-весеннему. Или по ранне-осеннему, ранний ноябрь, но никак не середина декабря. Все чисто, печально, ровно. Ждет снега. Под снегом было бы веселей. А так, без снега. Без снега получается именно так, как получается. Печально и по-молодежному. Все грядки на местах. Все гладко, ровно, аккуратненько. Скучно. Истину говорю, скучно. Хочется немножко философствовать. Потом так подумаешь, что и темы так таких найти не можешь. На какую бы себе философию развести. Так, отчет, не отчет. Полуотчет, полупрогулка. Себя показать.
на огород посмотреть. Вот так вот все потихонечку. 11 декабря 2017 года. Как-то так.